Всем привет! Некоторое время назад я заказывал вот такой резец. Так как у меня уже были пластины для такого резца, я уже израсходовал половину пачки. Резец я заказывал для летучки, как ее называют в простонародье. Делать я ее буду вот из такого кругляка диаметром 50 мм. Это не сталь 45. Но так получилось, что сталь 45 у меня есть только на 40 мм. 40 мм перекрытия для удержания для этого резца явно мало. Поэтому будет сталь 20. В изготовлении подобного инструмента ничего сложного нет. Для начала нужно определиться с размерами будущего инструмента. В моем случае совершенно невыгодно делать державку под конус Морзе. Поэтому я буду ориентироваться на цангу. Цанга имеет длину 40 мм. То есть державка должна быть 40 мм. Это раз. Стенка резца удерживаемого около 12 мм. Это два. К этому размеру нужно добавить корпус. Корпус, я думаю, что миллиметров 20 надо сделать. То есть общую длину с припусками можно делать где-то 75 мм. Вот такой кусок этого кругляка мне нужно отрезать. Сделаю это болгаркой. Та часть, за которую сейчас зажата заготовка, будет являться корпусом. Поэтому очень хотелось бы, чтобы он был соосен с державкой, так сказать. То есть той частью, за которую будет держаться само изделие в цанговом патроне. Поэтому на всякий случай откатался сотку. Хотя... Но на данном этапе все, что нужно сделать, это снять вот этот оставшийся большое количество металла до диаметра 20.
На данном этапе получилось вот так. В принципе, вполне сносные поверхности. Естественно, немного остаются следы от кулачков. Металл не особо прочный. Помните старую пословицу? Посмешишь, людей не смешишь. Так вот, пока станок токарный работал на автоподаче, я смонтировал все это дело. Полностью смонтировал все это дело. И только после этого понял, что неправильно установил фрезу. То есть направление у меня было в обратную сторону. Ну, потом поспешил второй раз. Переставил все это дело вот уже в такое положение. И в итоге, как оказалось, вообще все это пришлось демонтировать. И ставить сейчас сюда буду цангу и патрон. Очередная конструкция готова. Теперь самое главное, что я замерил размер и запомнил его. И нужно будет снять одинаковое количество металла с одной стороны, потом перевернуть, откататься по индикатору и с другой стороны. Вот это я снял 4 мм. Думаю, что на этом и остановлюсь. Так как фрезу относительно центра нужно будет смещать, паз для фрезы. И это расстояние все-таки важно. Нужно будет расстояние для нарезки резьбы. А вот и еще одна сборка.
Теперь фреза установлена под некоторым углом. Вот так вот она смещена. Закончил обрабатывать нижний торец. Получилась довольно-таки неплохая поверхность. Уже сменил инструмент, поставил фрезу диаметром 8 мм. И тут придется немножко помучиться. Нужно делать паз для самого резца. Фреза довольно тонкая. И то ли материал у нее не тот, то ли еще что-то. Ну, в общем, она довольно плохо режет. А другой на текущий момент у меня нет. Резец должен будет устанавливаться вот так. При этом плоскость должна быть условно посередине. То есть принцип примерно как установка резца. То есть посередине, как я понимаю, или чуть выше середины. Для этого нанес метку штангенциркулем. И сейчас буду стараться не заходить за эту метку. Фреза 8 мм, а паз нужно сделать 12 мм. То есть запас есть. Контрольная примерка. Осталось сделать фиксирующие винты вот с этой стороны. Но стенка, как я вижу, недостаточная для размещения трех винтов. Максимум можно сделать только два. А толщина этой стенки более чем достаточная. Так что сейчас я попробую аккуратно перезажаться прижимами в других местах, не смещая деталь. И большой фрезой сфрезеровать сверху вот такой вот уступ, чтобы расширить плоскость, на которой будут винты вот здесь вот. Ну и, в общем-то, все. И нужно будет только сверлить, нарезать резьбу. В итоге не получилось сместить только прижимы. Пришлось сместить деталь вот в эту сторону. Иначе бы здесь не хватило вот этой ступеньки. Она мне нужна в районе 10 мм, даже 12 по размеру паза. Так что установлю индикатор и буду, смещая деталь, откатывать ее по
индикатору. Смещать либо туда, либо сюда. Вот такой инструмент в итоге получился. Осталось лишь провести испытания. За кадром произвел сверление, нарезку резьбы, но также немножко подточил, переточил винты. Внутренних каленых гужонов у меня нет, поэтому использовал обычные. Подогнал их по длине как раз под зажатие вот такого резца. Сверление производил, прижав к нижней плоскости вот так же и откатавшись индикатором. Первые результаты выглядят вот так. Тут, к сожалению, было слишком много суеты и возможности чисто физически поставить куда-то камеру не предусматривалось. Конечно, заснять этот эффект не так уж и легко, как казалось бы, но вот примерно так выглядит отражение. Вот предмет и вот его отражение. Естественно, никакой шлифовки, полировки здесь нет, это вот только из-под резца. Предвидя вопросы, скажу, что разница между низом и верхом составляет аж чуть более десятки. То есть идеальной поверхности, естественно, идеальной геометрии здесь ждать не стоит от такого расположения. Почему это происходит? Потому что стол крепится в нижней части, а верхняя часть у нас висит в воздухе. То есть при некотором давлении резца верх в любом случае будет уходить дальше. И получается, что съем сверху будет меньше, снизу будет больше. То есть, как бы ожидать идеала здесь уже точно не стоит. Основные работы завершены. С
снял мой новый инструмент и провожу вот такую вот презентацию. Обработку я вел в данном случае вот такими пластинами. Хотя, так сказать, это не панацея. Можно и лучше, и хуже. Тут главное подбирать нужные режимы. Ну, у меня на этом все. Если вам понравилось, не забудьте оценить. Всем спасибо за просмотр. До свидания.